Всем привет из сказочной и рождественской Праги. Я от лица всего Пражского образовательного центра хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Также вас хотят поздравить наши постоянные ведущие Назар, Милолика, Клара и Михал, а также студенты Пражского образовательного центра. Поздравляю с Новым годом! Желаю всего доброго! Hodně štěstí, zdraví a ať se vám splní všechna přání. Veselé Vánoce a šťastný Nový rok! Желаю исполнения всех самых заветных желаний в наступающем Новом году! Передаю всем теплый привет из Праги и поздравляю всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Весь кураторский состав поздравляет всех студентов с наступающим Рождеством и Новым годом. Мы ждем вас всех в прекрасной Праге. Поздравляю всех вас с наступающим Рождеством и Новым годом. И хочу пожелать, чтобы вы всегда находились в нужном месте, в нужное время и с нужными людьми. И пусть ваше колесо фортуны никогда не останавливается. Ребят, хочу вас поздравить с наступающим Рождеством и Новым годом. Возьмите эти каникулы, чтобы немножко передохнуть перед предстоящим боем, а потом скинуться с силами новыми, сдать все, что можно было, ОСП, НСТ, Б2, С1 и поступить туда, куда вы хотите. Отметьте ваш Новый год и Рождество с Пражским образовательным центром. Так как мы учимся вместе уже почти один год чешский, я вас поздравлю с Рождеством и с Новым годом только на чешском. Takže krásné a klidné svátky, veselé Vánoce, užívejte rodinu pohodu a v novém roce jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a žádné problémy a ať vám jde učení českého jazyka. Já vám také chci pozdravit vás s Novým godem. Želám vám v Novém roce splnění všech svých plánů a zadumek a dosažení všech svých cílů, protože to je to nejdůležitější. Идти дальше, двигаться вперед. Поэтому просто будьте счастливы. Да ну и все. Дорогие мои, это семейный праздник, поэтому будьте со своими близкими, родными людьми в эту прекрасную волшебную ночь. Всех наступающим! Спасибо всем за просмотр. Мы желаем вам счастливого Рождества и доброго Нового года. Всем пока!